Смотрите, друзья, что предложил Бен Глински. 8 способов заработать в компанийские небудики. Но если мы, ребята, рассматриваем сейчас это как бизнес, да, я вам скажу, друзья, любой бизнес, он требует инвестиций. Любой бизнес требует каких-то вложений. Так хорошая новость, ребята, для вас, особенно тех людей, которые гости, да, новенькие, которые пришли и рассматривают какие-то возможности. Друзья, хорошая новость, что в наш бизнес инвестиции, поверьте, ребята, просто сводятся на ноль. Они ничтожно малы. Самый правильный вход в бизнес, самый максимальный, скажем так, вход в бизнес, он не превышает $209.38, ребята. Но давайте рассмотрим три пакета. Как мы можем присоединиться к этому бизнесу, ребята? Бен предложил три пакета. Первый пакет рядового дистрибьютора, как находится, $85.72. Но вот этот, ребята, пакет абсолютно, поверьте мне, невыгодный. Он неэффективный для возможности построения бизнеса. Почему, друзья? Потому что ваш пример, он будет заражать ваших друзей и знакомых. Они всегда будут делать не то, что вы им говорите, а они будут делать то, что вы сами делаете. Потому что, ребята, если мы хотим вести за собой людей, да, и всегда нужно говорить им правду. Поэтому, ребята, правда заключается в том, что какие действия мы делаем сами, значит, эти же действия будут делать наши партнеры. Если мы не будем делать правильных действий, да, значит, соответственно, не будет и правильного результата. Посмотрите, ребята, чем отличается второй пакет. Это серебряного дистрибьютора. Составляет $148. А ценность, ребята, что компания вас оценивает на месяц вперед по рангу серебряного дистрибьютора компании. Но, друзья, поверьте мне, есть более выгодный пакет. Есть пакет золотого партнера. На него зашел я, на него зашли мои, наверное, 99,9% партнеров. Зашли их партнеров, то есть в компании и в нашей команде, на этот пакет заходит 99% друзей. Ребята, посмотрите, мы присоединяемся на золотой пакет. Один раз этот вход, и мы показываем, что эти инвестиции в нашем бизнесе, они предсказуемо и контролируемо вам возвращаются с первой недели. То есть мы вам покажем, ребята, и научим, и расскажем, как сделать простые действия, что ваши инвестиции, они возвращаются уже с первой недели. Что в этом бизнесе риска никакого нет вообще. Риск – это когда человек не разбирается, он не слышит, ребята, что ему говорят. А это очень ценная информация, которая изменила уже жизни сотням людей, ребята. Поверьте мне, изменила моим партнерам жизнь. Они приобрели все, что хотят приобретать. Кто-то покупает дома, кто-то квартиры, кто-то машины. Кто-то путешествует. Ребята, эта возможность изменила мою жизнь, поверьте. Она изменит вашу жизнь. Если вы, ребята, в это вникнете и поверите, и поймете, что эта модель бизнеса простая, не надо усложнять ничего. Посмотрите золотой пакет. Продается за $209.38. То есть, возьмите опять же в калькулятор и просчитайте, насколько по себестоимости выгоден уже этот пакет. Но самое ценное, друзья, что компания вас на месяц вперед будет оценивать как в ранге золота. Друзья, вот это очень важно. Что значит в ранге золота? Давайте разберемся, что мы, покупая, приобретая, вот вкладывая как бы в бизнес, да, вложение в бизнес, ребята, посмотрите, ничтожно малы. Мы делаем это один раз. И наши инвестиции должны нам вернуться. То есть есть срок возврата инвестиций, да, в любом бизнесе. Есть, когда вы вкладываете в недвижимость, куда-то инвестируете деньги, вы должны всегда просчитать, да, есть формула ROI, когда идут возврат инвестиций и какую вам прибыль приносит за год. Так вот, ребята, здесь инвестиции, они буквально окупаются с первой недели. И вы уже в первую неделю начинаете зарабатывать чистые прибыли уже 25%. Я вам сейчас это все покажу. Первый бонус, о котором я хочу вам рассказать, он очень, ребята, вас мотивирует, потому что именно по этому бонусу вы с первой недели возвращаете свои инвестиции и показываете своим друзьям,
родственникам, которые поверили в вас, которые поверили в себя и в эту возможность, что этот бизнес предсказуем. И их инвестиции при вот таких действиях возвращаются с первой недели. Посмотрите, друзья. Бонус называется «Быстрого старта с глубиной до пятой линии». Такого бонуса нету ни в одной другой компании. Ребята, если мы зашли на золотой пакет, давайте так. Вы пригласили трех друзей, да, и показали им эту возможность. Или пригласили на конференцию, и за вас спикер рассказал об этой уникальной возможности. Ваша задача после конференции связаться со своими друзьями и сказать, посмотри, каким простым способом, когда ты присоединился к этой возможности, посмотри, как с первой недели твои инвестиции уже возвращаются, и каждую неделю ты начинаешь богатеть и учить других людей сделать то же самое. Ребят, здесь нет первых, нет последних. У нас не пирамида, ребята, мы все находимся на одной линии. У нас в любой, на любой глубине может прийти сегодня лидер и зарабатывать больше, чем любой партнер вместе взятый. Вот это нужно всегда понимать. Посмотрите, ребята, давайте разберем этот бонус. Я вам покажу только три, а о восьми рассказывать не буду, ребят, чтобы не перегружать вас информацией. Первый бонус. Смотрите, мы зашли на золотой пакет и пригласили правильно на золотой пакет. Первый партнер, который тоже зажегся этой идеей, он, ребята, уже понимает, что сделая такие же действия, он уже в четверг получает бонус по быстрому старту. Ребята, эта компания платит SkinnyBodyK каждую неделю. Уникально. $84 вы, уже пригласив одного человека, показав ему эту возможность, и вы уже зарабатываете, ребята, от товарооборота. Компания не платит за приглашенных людей, она платит за создание товарооборота. Наша задача, ребята, создать с вами команду единомышленников с желанием работать на себя, с желанием путешествовать, с желанием приобретать дома, квартиры, виллы, машины, то есть все, что и зарабатывать хорошие деньги. И самое главное, то, что меня это мотивирует, что в этой возможности я становлюсь свободным, ребята, я становлюсь финансово независимым. Вот то, что меня воодушевляет. Меня некому мотивировать, да, меня не мотивирует никто. Я не звоню своему спонсору за мотивацией, потому что я знаю, что у меня есть мечта. У вас, ребята, вас не надо мотивировать. Я вообще непонятно, когда мне обращаются, говорят, Влад, ну ты нас замотивируй. Да, друзья, да вы сами должны сегодня утром просыпаться и видеть, что у вас есть сегодня возможность, которая позволит вам осуществить вашу мечту. Ребят, вот я вам честно скажу, если вы не будете этого делать, бизнеса у вас не будет. Посмотрите, друзья, пригласив трех друзей, наших родственников, знакомых, мы уже вернули инвестиции с первой недели. $252 американских компания вам выплатит с первой недели. 84 на 3 это $252 американских. Ребята, и дальше наша задача продуплицировать систему. То есть повторить эти же действия с нашими партнерами. Этот бонус, такого бонуса нету ни в одной компании мира. Ребята, посмотрите, вот он бонус. Первый, самый верхний слайд, это мой бонус. Нижний – это моего партнера. Я сделал правильные действия, мой партнер – неправильные действия. Почему? Потому что мои результаты за первую неделю пребывания только в этой возможности, уже мои инвестиции окупились 4 с лишним раза. $860 американских за первую неделю работы в этой компании. Ребята, почему? Потому что правильно начал дуплицировать этот бизнес. Да? Я зашел, как мой спонсор зашел на золотой пакет, и я начал приглашать людей правильно. Отсюда и результат, друзья. Теперь давайте посмотрим на следующий бонус, которого вообще нету в мире и никогда не было, ребята, ни в одной компании. Вот этот бонус меня вообще поразил. Поверьте, это бонус команды. Компания назвала этот бонус комиссии по матрице. Что, друзья, это за бонус? Представьте, мы приглашаем людей. Я могу приглашать бесконечное число людей, мои партнеры бесконечное число людей, соответственно, третье поколение, четвертое, пятое и так далее, бесконечное число людей.
Теперь, ребята, посмотрите, что наши все партнеры, они заходят в три, только в три веточки. То есть в три ножки, как вам, ну, лучше, да? Так вот, наша бесконечность формируется в три ноги. И когда мы приглашаем партнеров, они постоянно заходят, формируют команду. То есть в три веточки. Ребята, вот этот бонус дает возможность вам, как лидеру, помочь другим людям. По каким-то причинам, может быть, они еще боятся открыть рот. У них страхи. Они не звонят вам, но вы, как лидер, вы начинаете строить этот бизнес, и ваши партнеры заходят под этих людей. Ребята, единственная в мире компания, которая будет платить вашим партнерам, но еще поразительно, что она будет платить вам от чеков каждого вами приглашенного партнера вплоть до седьмого поколения. Ребята, я когда это увидел, я был реально в шоке. Только по этому бонусу наша задача как можно быстрее заполнить вот эту команду. Идет бесконечность, ребята, но компания сделала ограничения по этому бонусу на 8 уровне. Выплаты, как бы вознаграждение. Посмотрите, ребята, заполняется следующим образом. Вы пригласили первого, второго, третьего, они заполнили первую линию. Четвертый, пятый, шестой идет уже в команду переливом равномерно под каждую веточку. Вот это важно понимать. Но посмотрите на слайд, который показывает, какие бонусы вы будете получать по этому, ну, по этому вознаграждению. Ребята, проценты с первой, второй, третьей линии 2%, с четвертой, пятой, шестой 3%, с седьмой, восьмой 2%. Друзья, пригласив трех людей, на, вот на этой неделе вы начали бизнес и показали вот эту возможность. И продуплицировали эту систему на следующей неделе со своими тремя партнерами, то же самое сделали. Ребята, 8 недель вот такой дупликации, только по одному этому бонусу ваш чек составляет 10 тысяч американских долларов. Ребята, покажите мне сегодня хоть одну компанию, чтобы только по этому бонусу выплачивала 10 тысяч американских долларов. Друзья, но самое поразительное, что вы будете приглашать бесконечное число людей. Они будут заходить, ну, неважно на какую глубину. Так вот, самое ценное, что у каждого из вашего партнера будет, ребята, своя команда. У каждого будет своя матрица, свой доход по матричной комиссии. Так вот, ценность, ребята, в том, что вам компания будет выплачивать бонус бесконечности. Он называется Matching Bonus, Infinity Matching Bonus, то есть бесконечный бонус. Ребята, посмотрите, я просто реально в шоке от этого бонуса. Ой, я покрываюсь мурашками, когда я первый раз увидел, ребята, у меня шли мурашки, я не мог поверить, что компания может выплачивать чек от чека других людей до 100% с первого поколения, 50% со второго поколения, 30% с третьего, с четвертого 18%, с пятого поколения 10%, с шестого 5% и с седьмого поколения 2%. Друзья, у вас на втором поколении, на третьем, четвертом, пятом может быть бесконечное число людей. Просто бесконечно. Вы не можете. Вы единственное можете просчитать свое первое поколение, потому что это зависит от ваших действий. Вы можете пригласить трех, а можете пригласить 303. А можете приглашать просто бесконечно. Поэтому ваша бесконечность здесь и будет в выплате вознаграждений. Ребята, вот таких бонусов нету нигде, ни в одной компании. Ценность, ребята, в другом. Что когда вы помогли своим партнерам зарабатывать чек, вам компания по этому бонусу выплачивает чек от чека. Ребята, чек от чека, запомните, это всегда больше, чем чек от товарооборота. Вот я вам показал бонус старта. Нету таких бонусов, ни одна компания новичку не платит 56%. Ребята, наш бизнес делают люди. И очень важно, чтобы компания с первых шагов уже щедро выплачивала им комиссионные за каждое действие. Я думаю, вы со мной с этим согласны. Потому что только от людей зависит, замотивированы они или нет. Так мне непонятно тогда вообще люди, которые
приходят и сидят, ничего не делают. Или... Поэтому, ребят, я вам показал три бонуса, которых нету, поверьте, в мире ни в одной другой компании. Сейчас я вам хочу показать методику, друзья, которая сделает вас в этой возможности, ну, счастливым и богатым, друзья, поверьте мне. Вот здесь вот по этому бонусу, как работает этот бонус, вот он, чек, я вам показываю. Посмотрите, когда я присоединился, вот он чек был, матричная комиссия и matching бонус. 25, а matching бонус уже больше. Но, ребята, прошло 4 месяца, и бонус уже, смотрите, насколько стал высоким, да, большим. 11 755 американских долларов. То есть почти 12 тысяч американских долларов. Только, ребята, по двум бонусам.